Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих переговоров. Что означает соответствующие в глазах Анкары эта площадка и нужна ли она Украине? Обсуждаем это с Игорем Петренко. К нам присоединяется доктор политических наук и эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Ну, давайте для начала, что, как вы считаете, что стоит за предложением Эрдогана? Ведь он прекрасно слышит, как Путин уже не первый месяц просит, требует переговоры, но не с Украиной, а с Соединенными Штатами Америки. Ну, здесь, в принципе, ничего нового нету. Турция до этого занимала подобную позицию. Призывала, скажем, переговорам, была готова предоставлять свою площадку. То есть, фактически Эрдоган он подтвердил свои предыдущие слова. Единственное, есть отличие и нюанс, на который следует обратить внимание, что Эрдоган сказал, что он привержен формулы мира президента Зеленского, что именно она должна быть в основе мирного урегулирования. Вот. Поэтому это важный момент, наверное, на который стоит обратить внимание, но не на сам факт того, что там Турция готова стать площадкой для подобных переговоров. Пишет Bloomberg, точнее даже Институт изучения войны пишет, что соглашение мирное, по версии Путина, это так называемая, цитирую, «кастрированная Украина». В Турции Эрдоган, он видит как-то по-своему эту ситуацию? Что он может предложить сейчас? Поскольку мы понимаем, площадка – это площадка, но у него были изначально одни понимания и видения ситуации. Теперь, может быть, это изменилось? Что скажете? Да, видение ситуации у него не изменилось. Для него самая главная задача – это реализовать свои национальные интересы, а они завязаны как на Украине, так и на России. Поэтому он играет в вашем и наш. Интересный момент. Крым, да. Для него важны крымские татары, как часть электората, которые, скажем, за него вот голосуют. Они имеют вес в турецком обществе, и не только на выборах. Есть часть выходцев бизнесменов и так далее, да, которые тоже, скажем, важны и опора самого Эрдогана и его власти. Вот. Но в целом он завязан на России, он хочет получать выгоды экономические от тех неудобств, которые испытывает Российская Федерация в связи с наложенными санкциями. Правда, до определенной степени мы да, слышали, что и турецкие банки там отказываются работать с некоторыми компаниями российскими в связи с тем, что опасаются санкций вторичных, которые могут быть на них наложены. В то же время Эрдоган заинтересован, ну, имеет интерес в поддерживании отношений с Российской Федерацией в связи с ситуацией в Сирии, поскольку они контролируют там воздушное пространство для операций, которые перманентно проводит Турция, ну, соответственно, нужна тоже там коммуникация. То есть один как бы из аспектов. С другой стороны, он заинтересован в сотрудничестве с Украиной, понятно, в поддерживании своих отношений, скажем, с Западом, хоть он часто играет в игру Абабейга против, но в то же время мы понимаем прекрасно, что он завязан на Запад, они являются частью НАТО, да, они проявляют свою, скажем, отдельную позицию, но все равно он прекрасно понимает те выгоды, которые он получает от того, что он прибывает в НАТО и в целом от его отношений с Западом. С Украиной он очень заинтересован в развитии оборонно-промышленных, оборонных, скажем, индустрий. В Украине они хотят тоже занять свое место. Также турецкие компании заинтересованы в отстраивании Украины, в том, чтобы получать контракты. Мы знаем компании, которые и так работают в Украине, ну и так далее. Поэтому его позиция заключается в том, чтобы, скажем, предлагать себя как миротворца, поскольку это, ну, отвечает его интересам, плюс он проявляет определенное, ну, скажем, это проявление лидерства, да, что вот смотрите, вот я занимаюсь этой проблемой, я ее вижу, вот, и, ну, у меня уже есть успешные кейсы и так далее, поскольку как минимум Турция, она претендует на то, чтобы быть лидером своего региона. Это раз как максимум, это ну, занимать весомую часть, быть весомой, да, скажем, в мировой геополитике. Поэтому он, скажем, об этом говорит. Но, опять же, вопрос следующий можно задать. А Турция готова применять те инструменты для того, чтобы создавать давление на Российскую Федерацию, чтобы она, скажем, принимала сторону справедливого мира? Тут скорее нет, не готов пока. Может ли он это сделать? Может, да, в определенных, скажем, условиях. Но пока, очевидно, он этого делать не будет. Поэтому вот, он сказал о переговорах, в чем, очевидно, тоже заинтересован Путин. Вы правильно сказали о том, что он там любит и рассказывает, хоть и там адресат у него, скажем, НАТО, но не всегда.
То есть у него в некоторых выступлениях он говорит, что вот с Западом договаривается, где-то говоришь, что там с Украиной, по-разному, скажем, у него проявляется эта позиция. Ну и с другой стороны, он, да, вот отметил, скажем, формулу мира президента Зеленского, на нее нужно опираться, отталкиваться и так далее. Ну, учитывая то, что очень многие страны об этом уже говорят, то есть мы смогли перебить повестку разных предложений условных. Там, помните, в Китае было предложение, итальянские дипломаты предлагали определенные формулы, там, Киссинджер, Фукуяма и так далее. Много к нам чего говорил. Но, в принципе, с повестки дня они сошли, и у нас остается вот формула мира президента Зеленского, от нее отталкиваются. Вот, ей высказывают, скажем, предпочтение, когда мы подписываем соглашение о безопасности, о предоставлении помощи в сфере безопасности с другими странами, ну и так далее. То есть вот этот важный аспект, и это для нас плюс, и, наверное, на этом стоит нам акцентировать внимание. Ну, отметим, что еще и Китай, как бы конкурируя с Турцией, да, создает свою переговорную платформу. Ждем, чем закончится визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Хуэя, который посетит Украину, Российскую Федерацию, несколько стран Европы. Обсудим это в наших следующих эфирах. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо. В эфире. Игорь Петренко, доктор политических наук, был гостем информационного марафона на телеканале Freedom. Спасибо большое. Спасибо.